Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это мой первый заход в драфте FIFA 20. Итак, получили монетки там за Squad Battles, ну и теперь можно попробовать сыграть. Я играю в онлайн драфте, я все правильно понял? Да, онлайн, драфт онлайн, на всякий случай все равно еще раз проверим. Поехали. Итак, схемы неплохие. Я все-таки, наверное, возьму вот эту 4-3-3 с ложной девяткой. Итак, капитан. Криштиану Роналдо. Пеле. Мы, естественно, берем сюда икону Пеле. Уже, кстати, неплохо. Идем на ПФА. Салах, Морес. Ну, да, я здесь, наверное, все-таки Салаха возьму. Хочу я АПЛ-ку собирать. Так что, пока что будем именно... брать этих игроков. Марсиаль, Мане, но здесь я Мане, естественно, беру, хотя мог бы взять и Неймара, но нет. Может быть, попозже нам выпадет, тогда мы его и возьмем. Переходим к полузащитнику, который ближе к Салаху. Погба де Брёйне. Просто пока что топовый драфт получается. До сих пор даже Рикардо Перейра тоже очень хороший сейчас ценится этот игрок в Ultimate Team. Ну и все равно еще ничего плохого такого не выпало, не дай бог сглазить. Но все равно АПЛ-ка идет, идет потихоньку. Нам главное сыгранность 100 сделать. Вот Робертсон один, он лучше сейчас левый защитник в FIFA, именно в АПЛ. Ну и вот они наши пошли защитники. Берем Вертонгена. Пошли вторые, ну и вот здесь вот уже нету нам, но мы берем чисто рейтинг, Кулибали. Ну и на ворота давайте нам там Алисона, Эдерсона. Ну, Эдерсон тоже уже неплохо. Берем дальше. Облак. Мы берем чисто теперь рейтинг. У нас уже 88 там, и надо сейчас центрального... Опа! Кстати, неплохо, Рональд Куман. Коман, я не знаю, как правильно читается. Не следил за этим игроком. Ну вот. Но также есть еще Занетти, пики. Но мы, естественно, возьмем икону нам, чтобы была сыгранность 100. У нас все, у нас 100 сыгранности, уже 88. Теперь мы чисто набиваем рейтинг. Ну вот они пошли, серебряные игроки. 188, напоминаю, сейчас у нас драфт. Берем. Я не знаю, я бы хотел бы Де Йонга взять. Ну, возьмем Верати из-за рейтинга. Ну что, сейчас я быстренько переставлю и уже посмотрим, какой мы драфт. Ну, наверное, 188, либо 189, так и у нас и останется. Ну что ж, друзья, вот такой у нас получился с вами драфт. Будем мы выпускать Лионеля, Месси и... также, я не знаю, вот скорость 45 у Кросса мне что-то не сильно так обнадеживает. Наверное, все-таки будем выпускать. Хоть у него там и удары 80. Посмотрим еще насчет этого. Вместо Мэдисона бы, например... у которого, ну, со статами все примерно среднее. Ну, а теперь последние штрихи. Это мы возьмем сейчас просто тренера. Хорошо было бы золотого рарного. Но тут серебро пошло. Ну, пойдет. И вот, друзья, мы собрали мой первый драфт. 188. Буду примерно, наверное, каждый месяц выпускать драфты. И уже будем смотреть до того, потом Тотти, когда выходят игроки. Вот сейчас Де Брёйне у нас, например, информу получил. Потом, может быть, Месси получит информу, будем к нему стремиться. Вот так вот. 5 игроков из Ливерпуля, 11 игроков из Премьер-лиги и 4 игрока из Ла-Лиги Сантандер в нашем драфте. Ну что же, а теперь мы сыграем этот драфт. Ну, драфт, правда, просто бомбический. 188. Мне очень нравится. И против нас состав с Мбаппе, Неймаром, Месси, 188, я хотел сказать, но у него 93 сыгранность. Через левый для нас фланг там у нас Мане, можно там прорываться, там Арнольд практически не сыгранный, как и Ван Дайк, кстати, тоже, но против нас 93 сыгранность и 88 рейтинг. Мбаппе! Ну это 1-0. Все. Дожал соперник. 44-я минута. Прямо перед самым перерывом он забивает. И это нарушение. Эдерсон сфалил. Хоть не красную, я надеюсь, дадут.
Но пенальти у нас. Ну просто сейчас игра топит. Отлично, засейвили мы этот пенальти. Неплохо у нас получилось. По ударам примерно все у нас равно. Но и все-таки, да, сейчас Мэдисона буду менять. Все-таки на кросса. Ну и Салаха я вообще сейчас не увидел, поэтому тоже выпущу Лионеля Месси. Ну и почему бы и нет, бы я бы хотел бы выпустить. Хотя тут Коман даже получше мы видим, чем Кулибали. Кулибали только защита, вот и физика. Давайте Кулибали просто попробуем, потому что для нас это может быть вообще последние 45 минут. Мы все три замены сразу использовали. Поиграть охота за всех. Забить. Мане получает этот пас. Мане. Ой-ой-ой-ой-ой, кросс! Это 1-1. Прям на ногу Тони Кроссу отскакивает мяч, но мы пропустим. В уважении соперника он все-таки тоже пропустил. Пеле. Ой, как Пеле. И это Пеле. Это 2-1, друзья. Шикарно. Мы выходим вперед. Проигрывали, но выходим вперед. Отлично. И это Пеле. Дубль забивает Пеле. 3-1 уже счет. Мы проигрывали, друзья, с вами 1-0. Штрафной. Десаи. На Мане. Месси. Пеле. Пеле хэт-трик. Вот так вот у нас штрафной разыгран. Но соперник Ливай. Нет. Соперник остается. 4-1. В три мяча я веду. Но пропускаем. 4-2. Соперник верит еще, что все-таки сможет выиграть. Но действительно, соперников нельзя недооценивать. Нужно играть до самой последней минуты. 4-3. Соперник все-таки дожимает. Он верит в свою победу. Ой, да что ты сделал-то сейчас, Десаи? Алло. 4-4, друзья. Соперник делает камбэк. Ну и все, это сейчас просто момент на последних минутах. Ой-ой, ну ёб твой. Вы посмотрите вот. Что это вообще из себя сейчас это происходило? Он сейчас еще и праздновать будет. Просто должно этот удар был лететь мимо. На 90-й минуте забить. Эдерсон был на воротах, когда я вел 3-1, 2-1. Но как только получился счет 4-1, все, он просто стал абсолютно все пропускать. Все, мы теперь просто идем сейчас все в нападение там. Атакующий, да не только атакующий, все сверхатакующий. И, конечно, все. Ой. Ладно. Обидно, конечно, друзья, проигрывать, хоть у нас и Пеле лучший игрок, он забил три мяча. Но это просто нереально. Когда ведешь 4-1, невозможен такой вот камбэк просто. О, еще и паки по 5000, хоть бы один за 7500 бы дали. Открываем набор серебряных игроков. Здесь всякая параша будет, я просто сразу скипаю. Даже не рарная с сереброном. Абсолютно никого из них не знаю. Ну, какой-нибудь, может быть, игрок и стоит что-то. По 5000 идут наборы. Я их просто сейчас скипаю. Я даже сейчас не видел, если там рарный игрок. Да это ладно. Бинтеки. И последний пак за 5000, это просто вот дичь. Один редкий там игрок в этом паке. 12 там предметов, один редкий. Естественно, это будет какой-то другой предмет. Но это просто дичь. Вот. И все. Я вел 4-1. Алло. Игра. Просто дичь. Друзья, спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайк, если вы хотите видеть вторую часть драфтов. Где-то через месяц она будет. Чтобы прям четко был у нас месяц, и как раз какие-нибудь 4 вот недели прошло, 4 новые команды недели были, и какие-нибудь, может, там Месси или Роналду получат информ-карточку. С вами был Андрей и канал Футбол Этажи. До новых встреч, друзья. До свидания.